Всем привет. У нас снежок пошел. Тепло. Сейчас поеду студента встречать с электрички. Сессию сдал. И едет домой. Правда, только на 2 дня. Понедельник опять учиться. Все равно студентам быть хорошо. Мама с папой денежку дают, кушать собирают. Я бы сейчас еще разочек куда-нибудь учиться сходил. Ах, уже старые мы все. Никто нас нигде не ждет. Чего у нас по времени еще? 12 минут. Смотрите. Блин. Это наша улица. Пятерочка выручает. Пятерочка выручает. Погодка-то так и шепчет. Займи и выпей. Займи и выпей. Наш мост через реку Кинель. Честь 50 лет советской власти. В 1967 году построен был. Я еще мальчишкой помню. Здесь с левой стороны от моста деревянные чурбаки торчали. Еще деревянный был когда-то мост. Ой, автовокзал, железнодорожный вокзал. Все уже. Гоню уже все. Снежок-то расходится. Ждем? Ждем электрон. Кстати, под последним видео есть ссылочка на второй канал. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Там интересные видео. Но пока там сейчас в основном про бродилки с прибором летним. Но все равно интересно. Дальше будут еще ролики на том канале. Надо его раскручивать, развивать. Поэтому переходите, подписывайтесь. Смотрите, комментируйте, лайкайте, дизлайкайте. Это очень для нас важно. А пока зима. Особых сюжетов, в принципе, и
Нету. Ну, все равно. Если каждый день брать камеру и включать ее на 15 минут, даже из всего этого можно найти интересные моменты. Ждем электрон. Ну вот и электрон подскочил. Где там доча наша? Снег. Здоровайся, Татьяна. Всем привет. Что там, Самара? Стоит? Что вы, ёшкин кот? Что у тебя все? Все. Все. Теперь учиться 20 минут, да? Можно не ходить. Новый предмет. Какие тебе будут? Да? Какие новые? Химическая психология. Философия. Скажи, Леш, всем пока. Всем пока. Темно.